Добрый день, уважаемые болельщики. Третий матч игрового дня Международной футбольной лиги «Золотого кольца». Встречается команда «ТК Владимир», город Владимир, «Газпром», город Кострома. Предлагаю вашему вниманию составы играющих команд. Команда «ТК Владимир». Футболки красного цвета, ветры красного цвета. Номер 12, Мишин Евгений. Номер 2, Славыгин Иван. Номер 3, Миронов Андрей. Номер 4, Зинович Андрей. Номер 5, Лобров Александр. Номер 6, Карев Данила. Номер 7, Отмаков Максим. Номер 8, Прискар Игорь. Номер 9. Павел Прокопко. Номер 10, Адымов Андрей. Номер 14, Кахаровский Сергей, номер 17. Майгушев Марат, номер 20. Киосян Давид, номер 15. Кузнецов Александр. Главный тренер команды, Миронов Андрей Сергеевич. Начальник команды, Галитов Борис Михайлович. Команда «Газпром», город Кострома. Футболки черного цвета, гетры черного цвета. Номер 23, Даниленко Сергей, номер 2. Команов Дмитрий, номер 29, Кипиков Сергей, номер 14, Яковлев Михаил, номер 95, Козин Кирилл, номер 77, Давлян Александр, номер 18, Решук Евгений, номер 4, Ярошенко Никита, номер 17, Ширяев Александр, номер 1, Помнин Антон, Сураев Валерий Александрович, тренер команды, Нечаев Михаил Алексеевич, начальник команды. Матч проводит судейская бригада в следующем составе. Судья матча. Лутаков Юрий, первая категория, город Владимир. Второй судья. Чиколатов Максим, первая категория, город Кострома. Третий судья. Заменник Дмитрий, Камин Крис, Трушаков Валентин. Thank you.
Следующий Трофоровского Сергея, номер 14 мяч. Ворота команды «Газпром» забил Миронов Андрей, номер 3. Счет 1-0 впереди команды «АТК Владимир», город Владимир. Газпром первый фол. Thank you.
передачи Пикакова Сергея, номер 29, мяч ворота команды МКТ Владимир забил. И Аквалет Михаил, номер 14, счет 1-1. Это Владимир Первый пол. Thank you.
второй ход. Команда Эмма, Владимир, второй фол. Команда Эмма, Владимир, подтверждён. Миронов Андрей, номер три. Команда «Антополагия» и «Золотая мама». Мяч ворота команды МЦК Владимир забил. Козин Кирилл, номер 95. Счет 2-1 впереди команды «Газпром» город Кострома. Yeah.
передача от Кипякова Сергея, номер 29, мяч, ворота команды, пока Владимир забил, Яков Олег Михаил, номер 14, счет 3-1, впереди команда «Газпром», город Кострома. Команда «Газпром» «Золотой мал».
команды пошла последняя на этот первый тайм. Один!
Давай!
передачи Миронова Андреева. Три мяч у ворота команды «Газпром» забил Лавров Александр, номер 5. Счет 3-3. Сергея 23. Счет 4-3 среди команды «Газпром» город Кострома. Передача Миронова Андреева. Три мяч в ворота команды «Газпром» забил Мишин Евгений, номер 12. Счет 4-4. Чёрт!
Тогда чуть-чуть такой Сергей, мне 29, мяч ворот на момент, когда Владимир забил. Козин Кирилл, мне 95, счет 4-4, команда «Газпром». У команды это Владимир первый пол. Команда «Хата» Владимир, второй фон. Передача я забил Михаила, 14 мяч, ворот команды «Хата» Владимир забил. Кипятов Сергей, мне 29. Счет 6-4-3, команда «Газпром», город Костом. Команда «Хата» Владимир, «Золотая Каймала». Thank you.
команды под Владимиром Третьяком. Thank you.
ворота команды Петрова Динера забил 95 Козин Кирилл. Счет 7-4 впереди команда «Газпром». Команда «Фанкл» идет в последнюю минуту матча. У команды «Газпром» четвертый холл. Команда «Газпром» «Золотой малый». По команде «Газпром» пятый фол. Команде предупрежден 77-го номера Казани Александр. Команда «Петрова Динера» сильного форума.